обратились жители по поводу 46-го А? Давка, много людей вот про 46-А именно. Так это или не так? Я бы не сказал. Изменилось количество людей на 46-м после того, как трамвайные пути разобрали? Изменилось, конечно. То есть увеличился пассажиропоток? Конечно. Трамвай, он худо-бедно, он выгребал отсюда хорошо. Особенно шестерка вот эта вот. Говорят, что тут большое стихотворение, что ходит она якобы. Как, когда появилась обстановка, убрали трамвай, как у нас? Ненормально. Не этот, так тот. Тут ходит она нормально. Да. 46-я и 46-я. Мне кажется, да. Да, пользуйтесь маршрутом. Только его пользуюсь. Говорят, вот нам обратились в редакцию, говорят, вообще нет маршрута. Ну, плохо было, да. Ну, как вот, что сейчас вообще? Как? Ну, сейчас вот, не знаю, иду, стоит. Ну, вообще, редко ходит? Ну, я не знаю, я здесь не живу, я дачница. Ну, как? Ну, я по времени подхожу, он вообще всегда стоит утром. По времени, когда подхожу, стоит, а потом днем я не знаю. Но люди жалуются, что днем нет. Скажите, пожалуйста, как местный житель, после того, как вот перестал ходить трамвай 6-й маршрут, что произошло, что поменялось в жизни? Ну, транспортная доступность у нас, конечно, резко ухудшилась. Очень сложно нам ездить в центр города, выезжать куда-то дальше, третий дачный. Как правило, не хватает 46-го и 46-А. Нам не хватает вообще транспортной доступности. Мы очень просим власти города рассмотреть возможность запуска нам дополнительного маршрута. Мы очень просим уже третий год, чтобы нам запустили сюда старый маршрут номер 100, который ходил до улицы Грибова. Мы согласны о том, чтобы этот маршрут ходил, может быть, по другой какой-то, да, по другим дорогам нашего города, но чтобы он вывозил жителей Поливановки напрямую в центр города, минуя пересадку. К нам обратилась местная жительница и сказала, что тут вот на конечной 46А чуть ли не до драки и невозможно сесть на эту маршрутку. Предыдущие два дня так и было. То есть я примерно в одно время привожу ребенка. Приблизительно в 7:40 я подвожу ребенка к школе и потом еду вот по этой дороге, объезжая пробку нашу на Гвардейской. И ни разу за эти два дня 46-го маршрута не стояла ни на конечной. 46-а, и 46-а, да, не стояла ни на конечной и не встречалась по пути. Сегодня, на удивление, на конечной стоит, в ту сторону едет, обратно едет. И сразу видно улучшение. Нам не хватает транспорта. Не у всех людей есть машина. Мы помогаем друг другу, мы подвозим соседских детей до школы. Мы как можем помогаем друг другу, но власти тоже должны нам помочь.